хорошая мелодия, не хочется ее прерывать. Хочу послушать. Но это еще не все, еще одну пару я хочу вам представить. Давайте мы также поприветствуем невесту Инну Захарову. Который полюбил ее, который, у которого ночи стали не ночами, у которого сны только об одном, который при волнении не знал, как выразить свои чувства, но он это все-таки сделал. Замечательный брат во Христе, жених. Встречайте. Михаил и Нина. Родители жениха – это Сергей и Валентина. Слава Богу за вас. Слава Богу, что вы могли вложить в ваших детей. Это самое главное. Самое главное. Вы знаете, некоторые родители, они очень сильно обеспокоены, чтобы их дети они состоялись, были богаты, закончили какие-то университеты. Вы знаете, это неплохо, но это не главное. Но когда родители заботятся о главном, это чтобы они знали лично Господа. Самое огромное богатство в жизни – это иметь это сокровище Иисуса Христа в своей жизни. И я так рад, что сегодня перед нами эти вот две красивые пары, которые мы объявляем, с этого дня женихом, жених и невеста. Жених и невеста. Вот, объявляемые. Но самое важное, когда сегодня в этом мире столько зла, ненависти, когда сегодня любовь преподается в извращенной форме, то сегодня на святом месте мы можем этих молодых людей объявлять не просто, что они жених и невеста, а люди, которые еще на этой земле создадут семьи, которые будут благословением на этой планете. Дорогая церковь, вы готовы их благословить? И крещение, то, что они приняли, чтобы все было устройство, чтобы все у них получилось, чтобы было созидание. Вы знаете, фундамент закладывается, и на бракосочетание будет еще один камень положен в основании, когда будет церковь их благословлять на совместную жизнь. А сегодня это решение, которое они приняли, где родственники собирались, где они заявили о согласии своем. И сегодня мы объявляем этих молодых людей, чтобы мы могли также благословить их решение. Давайте мы встанем сейчас.
прострите руки, если вы это чувствуете, что в вашем сердце есть это, чтобы благословить их. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за Алину, за Олега. Ты, Господь, на этой земле позволил нам встретиться, и мы их благословляем для того, чтобы принятые их решения, они имели силу, имели созидание, чтобы Ты, Господь, действительно был благословением в их жизни, и чтобы то, что они запланировали, и то, что имеют, чтобы это осуществилось. Мы также, Господь, благословляем Майкла, и также благословляем Инну, и мы призываем Твою благодать на них, чтобы, Господь, их решение, которое они приняли, чтобы это решение было твердым, чтобы действительно было созидание, чтобы они действительно могли прославлять Твое святое имя. Мы благословляем сейчас Твоим святым именем. И, Господь, благословляем их. Все, что будет связано с подготовкой их брака, чтобы также было устройство, созидание, и чтобы был во всем успех. И Твоя защита да будет над ними. Храни их, Господь, от всякой скверны, от всякой нечистоты, от всякого влияния этого мира. Пусть они будут светом среди тьмы, солью среди разложения. Пусть Твое благословение, оно сопровождает их. Мы воздаем Тебе славу, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы рады за вас.